вами Крошик Дэй, и сегодня я сделала бумажную настольную игру Wednesday. Я ее делала почти 2 дня, но я все-таки смогла. И, конечно же, мне помогал папа. А как же я без папиной помощи? Вот такая у нас огромная игра. Давайте проведем расследование, так сказать, на нашу игру, и я вам все покажу. Итак, смотрите, у нас есть 2 персонажа. Уэнсли и Эннет. И у нас есть кубики. Ну что, кидаем кубик. И, кстати, я выберу Уэнсли. Она будет ходить по всему полю. Кидаем кубик, и ей выпало 6 ходов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь еще ничего. Поэтому продолжаем. Ой, ей 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 16-й ячейке. Так, еще раз кидаем. Так, и 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще. Так. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 34, 35. И Вензи, то есть, нет, какая Вензи? Нет, нет, нет. Эннет попадает на 36-ю ячейку. Смотрите, мы вот так вот открываем, и здесь вас убил Хайд! Отправляйтесь на старт. Ну, мы сейчас не в игре, я вам показываю, поэтому мы не отправляемся на старт. Потом, 37-я ячейка. Потом... И так, мне попало 2, и мы скоро попадем в лес. 1, 2, 3, 4. У нас лес, и знаете, что в лесу? Так, и... Вас убил Хайд! Отправляйтесь на старт! Сейчас я вам покажу все квесты! Вот здесь значок Nevermore. Вы попали в Nevermore! Пропустите один ход! Мы не будем пропускать. Потом, дальше у нас... Лорел воскресил Крэгстоуна, он вас ранил. Сделайте 6 шагов назад! Потом... Рука умерла! Пропустите один ход и дайте вещи каплю жизни. Потом, вот, вы попали в комнату Уэнсли и Иннет. Пропусти один ход. Время побыть с родными и узнать семейные тайны. Пропустите один ход, а потом продолжайте с клетки 90. Итак, 123-я клетка, и тебя подозревают, что ты Хайд. Пропусти один ход. Потом, Тайлер угостил вас кофе, у вас дополнительный ход. То есть мы на вот этот делаем. Здесь Уэнсли на бале. Вы попали на бал к Уэнсли, пропустите один ход. Потом здесь финиш. Потом здесь вы превратились в камень. Вы случайно посмотрели в глаза змеям Аякса. Пропустите следующий ход. Потом, на свидание вы забыли о времени. Пропустите один ход, а потом продолжайте игру с клетки 98. Последняя клеточка. И бежите! Вас преследуют пчелы! Беги на 5 клеток вперед! То есть мы 1, 2, 3, 4, 5, 6! И мы на старте. Вот такая вот у нас игра вышла. На эту игру у нас ушло 10 часов. А если проще сказать, 2 дня. Напишите в комментариях, кто хочет сделать такую же. И обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пишите комментарии. И желательно хорошие. Всем пока-пока, не пропускайте наши новые видео. Пока-пока. Всем привет. Крош, давай еще раз. Пап, я уже не думала то, что я столько времени потрачу на эту игру. Ну, я же хотела нормальный Крошик Дэй провести, но зато не зря. Подписывайтесь и ставьте лайк. Крош, давай еще разочек. Я понимаю, что это уже 25-й раз. Ну, я думаю, в следующий раз тебе получится лучше. Я спать хочу. Крошик, подписчики ждут. Ладно.